Всем привет, с вами Настя, и это канал Эйки Кроши Студио. В сегодняшнем мастер-классе я покажу вам, как я связала вот такой чехол. Я связала его своей сестре, как подарок Новому году. Выбрала, конечно, не самый удачный цвет, черную пряжу, но я хотела все-таки снять это видео, показать вам весь процесс. И я рассказывала довольно-таки подробно и прикреплю схему, что, я думаю, вы разберетесь, несмотря на то, что пряжа черная и на ней, к сожалению, плохо видно. Надеюсь, вам понравится этот мастер-класс. Пойдем вязать. Для этого мастер-класса я буду использовать следующие материалы. Я выбрала вот такую пряжу Мока Ярн Макраме. Вам понадобится 1,5 мотка, если вы будете использовать точно такую же. Здесь 180 метров в 250 граммах. Крючок номер 4 для нее. Я буду пришивать пуговицу, но как вариант вы можете пришить молнию. Нитки, иголка, ножницы и также сантиметровая лента, если перед вами не будет ноутбука и вам нужно будет отмерить длину воздушных цепочки из воздушных петель и само изделие. Так, давайте приступим теперь к работе. Так, начинаем вязание из набора цепочки из воздушных петель. Здесь точного количества вам сказать не могу, все будет зависеть от размера вашего ноутбука и от пряжи, которую вы будете использовать. В моем случае я набираю цепочку из 50 воздушных петель плюс одну петлю подъема. Вот я набрала цепочку из 51 воздушной петли. Теперь мы примерно посмотрим, хватает ли ее. Я думаю, такое количество достаточно. Она немножко тянется. И думаю, это идеально. Вот. Далее мы приступаем к обвязке цепочки столбиками без накида. Вязание начинаем со второй петли от крючка. И провязываем ее вот за верхнюю перемычку. Вяжем столбики без накида. Провязываем столбики без накида до конца нашей цепочки. Доходим до предпоследней. Вот я провязала до конца ряда столбиками без накида, и у меня осталась последняя петелька. Теперь в нее провязываю 3 столбика без накида. Для того, чтобы у нас образовался поворот. Затягиваем немножечко хвостик. И далее мы продолжаем обвязку столбиками без накида за вот эту перемычку. И можно параллельно ввязывать хвостик, чтобы нам его не пришлось потом прятать. И провязываем таким образом до конца ряда за перемычку. Вот я провязала в обратном направлении до конца. У меня здесь осталось 2 столбика плюс воздушная петля. Я провязываю еще 2 столбика без накида. И вот сюда в воздушную петлю я буду делать 3 столбика без накида. И теперь заканчиваю ряд соединительным столбиком в первый столбик без накида. Вот эти 2 петельки я в них провяжу
соединительный столбик. И потом второй ряд буду начинать уже с этого места, оставляя 3 петли поворотных вот здесь. Вот мое дно для чехла уже готово. Одного ряда мне достаточно, но если вы вяжете из немного другой пряжи и вам нужен будет еще второй ряд, просто делаете воздушную петлю, провязываете столбиками без накида, и вот здесь на повороте нужно будет сделать прибавку по 2 столбика без накида. Всего у вас здесь получится 6. Но я буду вязать чехол вот в таком размере. Далее мы приступаем к вязанию второго ряда. Мы меняем плоскость, поэтому вязать будем за заднюю петельку. Делаем 3 воздушные петли, накид, и будем провязывать за заднюю петельку нашего, если вы помните, первого столбика без накида. Это тот столбик, куда мы провязали соединительный столбик, вот за эту заднюю петельку, не довязывая столбик, и провязываем 2 вершины вместе, делаем воздушную петлю и вяжем еще пару столбиков с накидом с одной вершины из одного основания. Из этого же основания мы провязываем, не довязываем один столбик без накида, делаем накид и провязываем еще. Вот у нас 3 петельки на крючке, и провязываем их вместе. Далее мы пропускаем 2 вершины, и в третью, опять-таки за заднюю петельку, мы вяжем 2 столбика с накидом с одной вершиной, воздушную петлю и еще 2 столбика с накидом с одной вершиной из одного основания. И таким образом мы продолжаем вязание, через пропуская 2 столбика, в третий вяжем наш узор. 2 столбика с накидом с одной вершиной, воздушная петля и 2 столбика с одной вершиной. Такой узор у нас получается, и мы продолжаем вязание до конца ряда, до поворота. Я провязала до конца ряда и дошла до поворота. Теперь я буду провязывать узор не через 2 петельки, а пропуская только одну, вяжу посередине за заднюю петельку 2 столбика с накидом с одной вершиной, воздушную петлю и еще 2 столбика и следующее тоже делаю через одну. Я вяжу ровно посерединке вот здесь, и следующий узор я пропускаю одну вершину и в следующий вяжу фрагмент. Уже видно, что у меня образовывается форма, красивый такой поворот. И далее мы продолжаем вязание, пропуская 2 столбика без накида третью петельку, и так до следующего поворота. Вот я довязала до нашего второго угла. Здесь также самое, я вяжу только по серединке, вот пропускаю 1 столбик и во второй за заднюю петельку провяжу наш узор. 2 столбика с накидом с одной вершиной, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом с одной вершиной. И заканчиваю ряд
у меня осталась одна вершина между ними. Замыкаю ряд в вершину вот этой первой пары столбиков. Вот. И для того, чтобы мне приступить к вязанию второго ряда, мне также нужно сместиться в арку из воздушной петли. Для этого я делаю еще один соединительный столбик. И теперь я вяжу 3 воздушные петли. И снова делаю столбик с накидом. Не провязывая его до конца. Воздушную петлю. И 2 столбика с накидом с одной вершиной под эту арку. Вот что в итоге у меня получается. И теперь я провязываю все фрагменты вот в эту арочку. В воздушную петлю между столбиками с одной вершиной. Следующий я вяжу вот сюда. Делаю 2 столбика с одной вершиной, воздушную петлю и еще 2 столбика. Одной вершиной. Мы уже можем видеть, что у нас получается вот такая вот форма. Далее мы будем вязать в арочке из воздушной петли по кругу, замыкая ряд соединительным столбиком и делая еще один соединительный столбик, смещаясь в арочку. И таким образом мы вяжем такое количество рядов, которое нам необходимо для нашего чехла, то есть в зависимости от размера вашего ноутбука. Вот я всего провязала 16 рядов, и теперь приступаем к вязанию 2 последних рядов. Я закончила свой последний ряд соединительным столбиком, теперь мне снова нужно сместиться в арку, и я провязываю еще один соединительный столбик, и теперь воздушную петлю подъема. Далее я буду вязать следующим образом. 2 столбика без накида в арку и воздушную петлю между ними. Поэтому в эту арку я сразу же провязываю 2 столбика без накида. Делаю воздушную петлю и смещаю следующую арку. Провязываю 2 столбика без накида. Снова воздушную петлю и 2 столбика без накида в следующую арку, вот эту. И продолжаю таким образом до конца. Вот я дошла до конца ряда, провязала в последнюю арку 2 столбика без накида, теперь делаю воздушную петлю и замыкаю ряд соединительным столбиком. Далее делаем воздушную петлю и провязываем только столбики без накида. У нас будет 2 столбика без накида в предыдущие столбики. И мы также провяжем один столбик в воздушную петлю между ними. То есть мы провязываем 2 столбика без накида в вершины столбиков и один столбик без накида под арочку. Вот что у нас получится. И мы так продолжаем до конца ряда. Я закончила обвязку столбиками без накида. И сейчас нам нужно пришить пуговицу. Перед тем, как я закончу работу соединительными столбиками.
Для этого нам нужно будет отмерить серединку. Вот у меня получается 34, то есть вот примерно здесь мы будем пришивать пуговицу. Сразу закрепляю нить. И надежно теперь пришиваю пуговицу. Пуговица готова. Теперь я с помощью маркера отмечу место, откуда я буду вязать петельку. Вот отсюда. Для того, чтобы можно было закрыть чехол. Вот здесь я закончила столбиком без накида. И далее я продолжаю соединительными столбиками. Вот я дошла до маркера, снимаю его. Провязываю еще один соединительный столбик. Месте и теперь вяжу цепочку из воздушных петель. Я набрала 20 воздушных петель. Я примерно посмотрела, думаю, такого количества достаточно для того, чтобы наш чехол закрылся. И далее продолжаю обвязку, делаю соединительный столбик в ту же вершину, откуда я начинала вязание воздушных петель. И продолжаю соединительными столбиками до конца ряда. Я полностью обвязала по всему периметру чехла. Теперь можно обрезать нить. Все, я попрятала все концы. Вот такой в итоге чехол для ноутбука у нас получился. Ставьте лайк, если вам понравился этот мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!